В предыдущей серии The Long Drive я сдыхал от голода и нашел очень вкусную на вид колбаску. Я ее съел и сдох. Ой. Потому что это оказалось говно. Говна я поел и подох. Вот. Ну что вы от меня хотите? У голода глаза все превращают во вкусную колбаску. Давайте попробуем все-таки как-то выжить. Где мы? Где? Что за место? Тут должен быть дом! Заправка! Что это за кровать? Где я оказался? Стоп! Погодите, это что? Поднять? Это кусок мяса, судя по всему, съесть! Вам не кажется? Или этот кактус, или что это такое двигается? Что это? Погодите, это кролики? Что с ними стало? Это нормальный кролик. Но это... О, боже мой! Это жесткий, страшный мутант, оборотень-кролик! Сара, Сара, Сара! Спаси меня! Блокируй! На! Нет, Сара меня предала! Садись! Поехал! Нет, стойте! Сара же, мы не можем ее бросить. И тем более мы не в ту сторону едем. Я не могу бросить свою женщину. А! Что происходит? Я сдох? Кто меня... А, кролик стоял рядом. Он меня убил. Видимо, из песка вылез. Что происходит? Теперь дорога стала почему-то выше. Я хочу продолжить путешествие весело. Не мешай мне, кролик. Сара, я тебя забираю с собой. Да, блин, да какого дьявола? Господи, эта женщина меня в могилу сведет. Уже два раза это сделала. Еще раз берем, садимся. Все? Ура! Наконец-то! Стой! Стой! Нет! Я ногу ей оторвал! Да что со мной происходит? Почему я сдыхаю? Может быть, из-за того, что я очень хочу в туалет? Бежим, роняя кал! Это все для нашего здоровья! И я упал снова. Погодите, я решил проблему с едой, но вот проблему с водой-то я не решил. Дайте мне воду. Как попить? Я пью? Вот тебе пенкой. А! Это не работает. Итак, вспоминаем все уроки выживания, которые мы видели по телеку. В кактусах есть много воды. Как попить? О, смотрите, я его разломал. А, пить! Пить! Охренеть, это работает! Уйди, кролик, я выживаю! Я только начал понимать, как выживать! Пить! Белиссимо! Я и подумать не мог, что в этой игре реальные навыки выживания помогают. Все, Сара, пойдем отсюда. Надо ехать срочно. Что? Мои сани! Кровать! Защити! Будешь моим щитом! Отлично! У-у-у! Поехали! Давай-давай заднюю! Мы это сделали! Сара, мы выжили! Вместе с тобой. Правда, ты ни хрена не помогала. И в самый ответственный момент ты просто взяла и слиняла. Итак, всем хай, с вами Юджин, и мы наконец-таки продолжаем нашу длинную поездку. Поездку по суровой пустоши. Слушайте, но то, что я выжил так, это просто эпик и достойно лайка. Не зря я смотрел все эти передачи по выживанию. Подохни, кактус. Сейчас я так напьюсь. Кстати, у меня все это время, получается, была сабля, которой я не воспользовался. Окей, я выпил весь кактус. Усаживаем нашу женщину на сани. И теперь давайте налегке ехать, без всяких резких движений. Просто спокойно смотрим вперед. Держись там, пожалуйста. Блин, я не доверяю тебе. Ты слишком неуклюжая. Я думаю, нам лучше пересесть на машину. Это было весело, конечно, в прошлой серии, как я путешествовал, вы можете посмотреть сейчас. Но лучше так, чтобы солнце не пекло, чтобы насекомые не липли на зубах, и чтобы еда была всегда при мне. Придется еще раз воспользоваться реактивной Сарой. Потому что сейчас ночь, я не понимаю, где я. Ночь темна и полна ужасов. И я хочу быстрее домчать до какой-нибудь кровати безопасной. Что? Что? Неужели? Во-первых, тишина. Во-вторых, стой! Стой. Встаем. Встаем. Ты как встать с себя? Я не могу встать. Стой, ногой тормози. Ногой тормози. Во, наконец-то. Это какая-то заправка. Я не понимаю, куда делись все здания. И в начале игры не было, хотя я помню, что сейвился возле здания. Велосипед? Но нет колес. А, блин, рано я обрадовался. Что это? Че, может, выпьем? Ой, это ХП тратит мои. Не надо пить это. А вот этот корабль, вот это очень интересно. Давайте обследуем этот корабль. Возможно, тут что-то осталось съедобное. Я уж не рассчитываю получить машину. Вот я отказался от нее, от своей классной машины, своей изначальной машинки. Игра мне наказала. Что это? А, попить? Нет, нет, пить это нельзя. Я даже не посмотрел, что это. Я просто начал пить это масло. Я немножко машинного масла выпил. Короче, здесь только масло и больше ничего. Я просто так потратил время. Давай, чувак, быстрее беги.
Почему ты бежишь так, как будто ты сейчас обосрешься? Че, давай, Сара. Стартуй. Слушайте, обороты пошли. Все, я буду ехать нон-стоп, пока не увижу... А! Прости, кролик. Я буду ехать нон-стоп, пока не увижу какое-то здание с едой. Во! Прекрасно. Едем. Скорость чумовая. Я вижу. Вышка. Оп! Встаем. Еда, еда, еда. Быстрей. Съедобность. Что это? Фонарик, блин. Так, смотрим, что еще есть, может? Дом! Отличная вышка. Скорее в тот дом. Да-да-да. Я вижу его. Черт тебя дери, будь ты проклята. Почему я так нервничаю? Почему я так переживаю, играя в эту тупую игру? Потому что это важно. Вон он домик. Пожалуйста, награду мне. Ну? Есть, так, теперь, вот, ага. Игра такая, хочет меня поймать, как в прошлый раз. Нетушки, нетушки. Да, и круассана меня наградила. Все, теперь я взял его с собой. Я мог это сделать с самого начала. Но разве так можно делать? Нет, Евгений так не может. Мы можем только геморроиться. О, что это? Что это было? Что это, блин, было? По мне кто-то выстрелил? Так, я не знаю, есть ли в этой игре какие-нибудь другие выживальщики. Я не буду проверять, я просто свалю. Стоп, 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 стоп. Автобус, который... без колес. Блин. Дом. Здесь очень оригинальная вывеска. И как раз-таки светает. Это что, это бампер от автобуса? Это еще какая-то штука, тоже, возможно, от автобуса? Я не автобусных дел мастер. Ой. Я съел и выстрелил. А! Сара! Еще одна! Моя Сара не должна узнать о тебе и о нас с тобой. Эти Сары обе прекрасны, конечно, но... Извини, у моей есть нога. Поэтому вот чего-то достойно в моих глазах. Что, неужели это все? Погодите. А это что такое? Это здание нового образца. Я хочу туда сгонять быстренько. Но сначала мы обчистим этот автобус. Вы писали, что сюда можно забраться. Тут какая-то кнопка есть, но я забыл где. Ага, есть кнопка под бампером. Неужто ли вот это? О! Прекрасно, прекрасно. Спасибо, ребят. Му-му-му. Спасибо. Какой классный автобус, какой новый, с дыркой в полу. И тут просто, ну, ничего нету. Моя остановка. Остановите, пожалуйста, здесь. Что? Остановить? Я твою жизнь остановлю. Блин, он не заводится даже. А, как бы я хотел покататься на нем, но нет. Не судьба. Окей, нам нужно ехать к тому зданию. Погодите, а что это за колодец? Как я его пропустил? Так, туда можно спуститься? Ну, давайте попробуем. Что? Это что такое? Это холодильник? А, там, там печенька внутри. Оно того стоило. Сейчас мы поднимем холодильник. Под ним что-то тоже лежит. Куча хавки. Ой, тут теперь я хочу пить максимально. Давай, выходим, выходим. Погодите, там что-то еще есть, какая-то вышка. О, столько новых мест, чтобы эксплорить. Походу, главная цель этого выпуска — найти машину. Меня уже достало ездить вот так вот. Это что за средневековая башня? Как нам сюда пробраться? Ага. Как наверх залезть? Это что такое? Что, что это льется? Вода! Открыть. Как пить? Прям встать под это и пить. Это что, получается, водонапорная башня? Друзья, какая-то безумная просто скорость. Такого еще никогда не было. Так, а где дорога-то? Ребят, я дорогу просрал, кажется. Сара. У меня к тебе пару вопросов. Куда ты дела дорогу? Погодите, фонарики? Отлично. Да-да-да-да-да, мы возле дороги уже. Так, что? Во что я уперся? Я приехал обратно к своей вышке. Как я здесь оказался? Как, куда я еду? Вон же фонари мерцают. Я же туда и ехал. Как я оказался здесь? Погодите, куда мы едем? Эта башня обладает странным магнетизмом. Я еду все время к ней. Окей, сейчас, кажется, направляюсь четко к фонарям. Вон они, вон фонари. Пожалуйста, ну как доехать-то до них? Эта дорога недосягаемая. Я все равно еду в сторону этой вышки. Вот она, наконец-таки. Отлично, мы приехали. И теперь едем искать машину, обещаю. Что мы сейчас ее с вами найдем. Я чувствую это. Это дом? Это дом с машиной! Ха-ха-ха-ха, наконец-то! Это при том, что я просто случайно решил посмотреть по сторонам. Я бы так и ехал, глядя в пол. Но предчувствие, друзья, предчувствие. И вера в свои силы. Что? Что это?
Что это? Что это? Кто это сказал? Человек? Что это было? Что это было? Ой. Я случайно ее лопнул. Нет. Стой! Я боюсь тебя! О, хоть это мясник! Эй, почему? Да закройся! Он хочет меня съесть! Почему я его не могу убить? Так, релоуд. В пах. Блин. Есть! О, наконец-то. Тихо, ты должен умереть. Контрольный в голову. Здесь есть люди, выжившие другие, я был прав. Это шокирует ровно настолько же, насколько и радует. Потому что теперь у меня есть новый компаньон, который составит мне компанию в этом путешествии. Никто сзади не едет, дружище, мы одни здесь. А, знали бы вы, как было весело его запихивать в машину. Закройся. Так, теперь ножки. Вот, засовывай аккуратненько. Голову дай сюда. И сел. Попку подвинь. Ад. Теперь ручку свою. Да елки зеленые. Все. Так сойдет. Рука! Я согласен с тобой, Билли, это развалюха. Коробка передач у нее сама переключается, но это автомат ведь, конечно же. Че, Билли, послушаем радио, может быть? Как оно вообще здесь? Есть такая вещь, как радио? Так, ой, аккуратнее, бардачок, подвинься чуть-чуть. Скорость превышает. Другого слова нет. Фары работают. Красная лампочка горит, я не знаю, что это. Возможно, это не очень хорошо. Ой. Слушай, не подтолкнешь, мы, кажется, подзаглохли. И едем обратно с горки. Резко по тормозам. Ты что делаешь, Билли? Что ты делаешь, Билли? Мы с тобой не в таких отношениях. Перестань, Билли. Срочно, сядь на свое место и отвернись. Ты сделал наше путешествие неловким. Наконец-таки мы едем. Просто горка, понимаешь? Горка — это плохо. Нам не хватает тяги. Ты что, уснул, что ли? Сядь на свое место. И жопу свою убери тоже. Слушай, такое ощущение, как будто я пытаюсь создать музыку из этих звуков. Так, хорошо. Мы завелись. Подохни, кролик. Нет, кролик не дохнет. Как ты можешь спать? Билли! Хватит! Что ты делаешь? Кролик! Он перевернул нас! Билли, иди разберись с ним! Он уже пытается выйти. Держите его! Теперь мы можем спокойно поехать. А, что происходит? О, боже мой! Все. Так, ручник, давайте выйдем, посмотрим, что вообще происходит здесь. Во-первых, нога. Какого фига? Я же ее взял с собой. О, боже мой! Все раскидалось. Все, что я взял, просто исчезло теперь. Что это за звуки? Так, выключить. Что-то коротит, кажется. Или мы перегреваемся, я не понимаю. У меня же нету здесь охлаждения совсем. О, нет. Смотрите, мы едем. Мы, кажется, едем. Немножечко, но едем. Я забыл закрыть капот. Мы едем! Стоп! Это что значит? Это классно! Мы можем поехать с нашим другом! Сначала поспим. Погодите, а может быть мы и можем ехать, потому что солнца нету и стало прохладней. И машина не греется. Значит, мы не можем сейчас спать. Все, смотрите, поехали. Отлично. Мощь этой машины побеждает. Мы даже разгоняемся. Я никогда не видел такой скорости. Такой медленной скорости. Сейчас будет горка вниз. Сейчас ветерком проедемся. Готовься. А чё мы фары не включили? Вот. Скорость 20. В жопу тебя скорость. Будет мне еще указывать что-то. Я сам решаю, как я еду. И еду я очень быстро. Понятно тебе, друг мой? Не смотри на спидометры. Они все врут. Их специально занижают. О! Ух ты, мы можем в салоне свет включить. Нифига себе, сколько возможностей у этой машины. Что-то нашему другу поплохело, он позеленел весь. Укачивает машину, я понимаю. Так, мы, кажется, греемся потихонечку. Давайте выключим фары. Ну, не знаю, мне кажется, с санями у нас лучше получалось. Мы нашли самую уродливую машину в мире, которая едет 20 км в час. Слушайте, но мы едем, это самое главное. У нас просто охлаждений нету. У нас много бензина, куча масла, но нету холода. Слушайте, сейчас уже светать будет. Как бы не перегрелись мы. Мы уже сейчас перегреемся. Давай, горка, заканчивайся. Нет. Нет. Нет, стоп. Все, давайте. Фух, пусть немножечко отдохнет движок, а мы пока подтолкнем машину. А, стоп, с ручника снять.
Что я сделал? Что я сделал? Блин. Че я сделал? Тормози, снять с ручника. Да какого дьявола я пересаживаюсь? А? Стоп! Нет! Что я сделал? Что это за прыжки? Держись, нет! Нет, я не это хотел! Стой! Стой, мать твою! Билли, если ты слышишь меня, нажми на тормоза! Жми на тормоза, нет! Черт, как стремительно он поехал! Куда ты поехал? Билли угнал у меня машину! И еды у меня с собой нету, она там, в багажнике! Вон он там дрифтит! Скорее! Билли, стой! Я буду вынужден стрелять! Стой, Билли! Погодите, куда? Только что был. Куда исчез? Ой, он еще дальше поехал. Как же ускориться-то, блин, а? Зачем я зарубил свою женщину? Это было случайно, потому что я увидел зомбака. Это карма. Я отказался от той единственной, кто толкала меня вперед по жизни. Ради этого, ублюдка, ладно, камни меня спасли. И дай бог еще окажется, что в багажнике нету еды, и она исчезла куда-нибудь. Я сейчас посмотрю ему в глаза, этому бесстыжему подонку, который бросил меня. Дал заднюю. Что это? Зеркало? Что? Зеркало? Ты еще зеркало мне отвалил? Он развернулся. Он на 180 повернулся и решил свалить. Видите, он уже за рулем. Видите, он уже руку на руль положил. Я ненавижу тебя, Билли. Как ты мог так поступить? Где капот? Где крышка капота? Боковое зеркало мне просто взял шип. Ублюдок. Это что? Это колпак. Так, это у нас где было? Вот здесь? Да, наверняка. Пожалуйста, еда. Есть! О, боже мой. Оставим. И нога еще есть. Женя, прости, мне очень стыдно, я так больше никогда не сделаю. Сядь на свое место. Итак, мне нужно толкать эту машину каким-то образом. Я не знаю, может быть, из-за того, что и крышка капота... Стой, ты как не тебя? А! Так, этого мы не ожидали. Билли, ты там в порядке? Я сейчас все исправлю, погоди. А! Не спрашивай, как у меня это получилось. Вот! Во-во-во-во-во, хорошо, я толкнул машину. Теперь я не могу ее остановить. Но пусть она уж едет вперед. Так, ты пока там езжай, я тебя догоню позже. Бампер мой, черт меня дери, бампер забыли. Я уже даже и не буду искать крышку капота. Это на самом деле может быть даже лучше, потому что не будет жары в капоте. Мотор не будет перегреваться. Есть! Зачем? Зачем кнопка толкать и кнопка присобачить что-либо на одну и ту же кнопку? Да нет! Да я хочу толкать и не хочу дверь снимать. Толкнули, за крышу надо толкать. Толкнули. Стой, я должен попить. Ты очень любезно сшиб для меня кактус. Теперь я могу попить. Ты чё катаешься туда-сюда? Так, руку убрал. Руку убрал, сядь на свое место. Вот, едем. Чувствуешь, как мы едем? Надо эту дверь тоже открыть и ехать, продолжать ехать. Главное, горку преодолеть. По-моему, она уже как бы готова ехать сама. Давайте, закрываем. Вот, стоп. Чуть-чуть крутанул слегка, как не надо. Как не надо. Итак, бежим. Садимся. Оп. Закрываем дверь. Включаем зажигание. Есть. Ух. Что это? Кто бы знал. Мы едем! Что-то он дергается. Кстати, из-за этого машина немножко ведет. Ты мешаешь мне рулить. Бери свою руку. Сядь спокойно. Как с ребенком маленьким. О, все, обиделся, да? Плакать теперь будешь. Ой, бедненький мой Билли. Как будто тебе хуже всего. Ты эгоист. Это мне приходится тут думать обо всем сразу. У нас машина греется. Мы ровным счетом не проехали нисколько, по-моему. Я вижу спасение в виде горки. Давай, ускоряй нас. О, у меня всегда такие усы. О! Так, что там начинается? О, нет, все, перегрелись, да? Перегрелись. Давайте, глуши мотор, дверь открываем. Сейчас, я буду направлять тебя, машина, все в порядке. Толкай! Слишком толкнул, я не успею. Я не успею догнать ее. Стоп! Дом! Машина, стой, пожалуйста! Я тебя прошу! Не делай этого со мной, там дом! Нет, 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 не это! Как же далеко она уедет! Мне не догнать ее никогда. Остается только надеяться, что там где-то камни ее остановят. Мы найдем ее чуть позже. Сначала я должен посмотреть, что вон там. Вон она остановилась! Камни остановили ее! Все, прекрасно! Живем, гуляем! Вон машина там есть! Прекрасный дом! Какая находка! Нет, почему ты поехала, когда я... Она специально подождала меня, чтобы поехать, когда я подойду! Черт! Билли Боб!
Получай! Все, вот теперь точно хана. Побежали к дому. Она подождала меня, чтобы просто поехать с издевкой. Вот это хаб. Посмотрите, как много тут и автобус стоит. И машина. Что? Я слышал кого-то. Тут кто-то есть. Да-да-да-да. Это водитель автобуса стал зомби. О, боже мой. Так, надо его убить. Оп. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не дергайся. Какой-то страшный. Оп. Есть. У нас теперь есть целый автобус. Охренеть. Получится ли на нем прокатиться хотя бы разок? Погодите. О, да. О, боже мой, мы будем на этом ехать. Билли, наверное, думает, что я такой сдохну, а я сейчас приеду к нему на автобусе. Вот тогда посмотрим, кто из нас на автобусе. Так, у нас как раз-таки с едой проблемы. Давайте-ка это съедим. Больше тут особо ничего и нету вроде как. Разве что вот в этом доме. Сара, здесь. Моя радость, иди со мной. Прости, что я так с тобой поступил. Заставил тебя лопнуть. Ты будешь сидеть здесь и пялиться на нее. Ну-ка, я могу вот это заменить? Возьмем этот диск. Вставили, взяли шину. Воу! Куда ты? Куда ты полетела? Это дерьмо какое-то. А, сначала нужно шину поместить, а потом уже присоединять. Вот она. Во! Обновили. Теперь надо понять, где у нас тут что. Вот, кажется, двигатель. О. Тут у нас своеобразная система, которую я еще никогда не видел. Кстати, доступ-то отсюда. Прямо из салона, поэтому давайте закроем. Дизель нам нужен для этого автобуса. У нас, типа, мы можем вот эту штуку открыть вот так вот. И смотреть, вот здесь заливается топливо. Вот здесь у нас масло проверяется. А тут... Ага, охлаждение. И как я понял, охлаждения у нас нету. Оно есть вот здесь. 3 литра целых, нам нужна канистра. Давайте просто эту выльем. Слушайте, ну тут 15% алкоголя. Это лучше, чем ничего. Я уже покатался с машиной, которая сразу греется. Как же перелить? Никак, походу. Нет, я уверен, что что-то можно придумать. Мы можем поставить канистру. Мы можем взять... вот эту штуку. А, нам канистра-то толком и не нужна. Мы прям так перельем. Как-то надо перелить. Классно получилось. О! Смотрите, да, оно перелилось. Аккуратненько переливаем. Это нам больше не нужно. И это до 2 литра мы даже залили. О, да. Заводи мотор и поехали. Я очень надеюсь, просто супер надеюсь, что мы сейчас найдем нашу машину. Я должен посмотреть этому гаду в глаза. И забрать хавчик. И забрать ногу. Черт, ты слишком резвый. Автобус, аккуратней, пожалуйста. О, спасибо. Можно так собирать кактусы. Просто взял и набрал кактусов на халяву. Я не понял, что с тобой происходит? Знаешь что? Сядь на место. Что за дым-машина тут у нас? Так, что же с тобой делать? Нас не учили этому. Это очень неожиданный поворот событий. Это что, здание какое-то? Стоп, а мы перестали дымиться. Кажется, мы охладились. Похоже на заправку. Мы туда не доедем просто. А, нет! Уважаемые пассажиры, у нас дымится салон автобуса. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах и не показывайтесь мне на глаза, потому что я вас уничтожу. Я в слишком плохом настроении. Не дай бог, я увижу, что у вас проезд не оплачен. Пеняйте на себя. Очевидно, мне придется забыть о той машине. Тот чувак просто угнал ее. Я другого не вижу объяснения. Он ожил, сел за руль и угнал машину. Потому что там была нога моей женщины и еда. Слушай, мы перестали дымиться, кажется. Ночью нам путь освещен. И мы можем ехать спокойно, не опасаясь перегрева. Мы остановились. Почему мы остановились? Господи! Это кошмар, это крах. Мы едем куда-то потихонечку вниз, назад. Вперед, я не знаю, куда мы едем. Кролики орут, салон дымится. Нас проворачивает. Что это? Что происходит? Это какое-то огромное существо тащит нас. Песчаный червь. Узнаем, что это в следующей серии, видимо, друзья. Если вам понравилось, лайкайте. И пишите в комментариях, если вы хотите увидеть больше этой игры. Ну а с вами был Юджин. Не забывайте про мой второй канал с прохождениями. С вами был Юджин и всем пять.